В Анапе немало отличных педагогов, и каждый из них заслуживает звания лучшего. В зале самые грамотные, творческие, инициативные – те, кто внедряет передовой опыт в учебный процесс, делая его насыщенным и интересным. Весь цвет анапской педагогики на этой сцене. Вы самые лучшие, вы молодцы, вы победили прежде всего себя, а потом уже в конкурсе. Удачи вам, успехов! И от имени Президиума городского комитета профсоюзов я хочу объявить, что победители сегодняшних трех номинаций награждаются путевками «База отдыха Рассвет». По итогам муниципального этапа конкурса победителями стали 8 педагогов. Награждение проходило в трех номинациях. Основная – учитель по основам православной культуры и учитель по кубановедению. В предмете «Православная культура» лучшим педагогом стала Ольга Егорушкина-Миронцева из 4-й школы. Лучшим преподавателем по кубановедению жюри признала Анну Мазееву из средней школы номер 16. Абсолютным победителем единогласно признали преподавателя русского языка и литературы Анастасию Колесникову из Эврики. Именно ей из рук победительницы прошлого года Ольге Решетниковой достался переходящий приз – статуэтка пеликана. Чтобы достичь этой победы, мне, конечно, пришлось многого преодолеть саму себя, приложить к этому очень много усилий, потому что много времени следует уделить подготовке к этому мероприятию. Поэтому плюс совместить с основной работой. Конечно же, мне помогали мои коллеги. Большое спасибо Управлению образования, Центру развития образования, администрации нашей гимназии, всем моим коллегам за организацию, проведение и поддержку. Спасибо большое. Лучшие анапские педагоги представят наш курорт на краевом этапе конкурса, который пройдет в апреле в городе Краснодаре.